Добрый вечер, меня зовут Нурай Ракелян, я мастер-преподаватель танцевальных клубов Gala Dance. Сегодня мы с вами попробуем несколько вариантов движения аргентинского танго. Мы с вами попробуем двигаться, скажем так, в музыке и в понимании аргентинского танго. Ну а пока давайте попробуем под музыку чуть-чуть размяться. Итак, сегодня попробуем поговорить немного и попробовать больше сделать именно перекрестное движение в нашем теле. Что это значит? То есть у меня есть с одной стороны и рука, и нога, и то же самое с другой стороны, поверьте, и рука, и нога. Моя задача будет сегодня двигаться не той или иной стороной и ногой, а делать все в противоход. То есть, если я начинаю двигаться с этой ноги, то у меня противоположная сторона будет сегодня идти. То есть, раз, два, и также будут обратно работать лево и право. Я сегодня еще специально надел узкие штанишки, чтобы побольше было видно движение ног. Итак, попробуем, когда мы двигаемся с одной ноги и идем с другого плеча вперед. Да? Но это не значит, что у нас только плечо выходит вперед, а мы это делаем совместно и с ногой, и с плечом. Да? То же самое в другую сторону. Пытаемся бедра при этом не поворачивать, они остаются фронтально. Мы поворачиваемся в эту сторону, мы поворачиваемся в эту. Меняем ногу и в другую сторону. Раз, два. Да? Для наглядности мы поворачиваем всю сторону вместе с ногой. Конечно, без фанатизма, остаемся весом на одной ноге,
да, приходим в ноль, это когда мы параллельно полностью, да, и потом опять противоположная рука с ногой. И вперед, да, двигаемся, и то же самое пробуем делать назад. Мы двигаемся противоположной рукой и ногой. Раз, два, раз, два. Чтобы немного больше физического движения было, мы попробуем прям это сделать чуть активнее и вытягивать руку вперед. И нога, рука, нога, рука, нога, ноль, рука, нога, рука, нога, рука, нога. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Давайте попробуем это сделать под музыку. Итак. Понятно? Давайте попробуем сделать это под музыку, чтобы
чтобы я не пел. Основная наша задача следить за тем, чтобы наш корпус при движении движение сначала повернулся, мы приготовили ногу, и после чего мы пошли, да, опять пришли в ноль, все, так, грудь, бедра, коленки, бедра, ноги, стопы, все смоется вперед, после чего опять мы повернули и шагнули назад. И опять мы приходим в ноль, продолжаем, полностью скрутились, подготовили ногу, потом шагнули. Опять через ноль мы пришли и начали. Самое главное, чтобы это не было вот так, а потом поворот. Да? Моя задача сначала спивотировать, такое великолепное слово в своем деле, а потом пойти. Даже не знаю, что великолепное дело мое или слово пивотировать. Вперед, повернули, назад, повернули, вперед. Повернули, назад, повернули. Давайте попробуем еще раз. Возьмем себя за плечи. Да, максимально локти смотрят вниз, вот таким образом. Да, можно и вот так вот, как вариант, да, смысл один и тот же. Я имею в виду в руках здесь такой треугольничек, и вот здесь такой треугольничек. Поэтому, да, мне проще, конечно, за плечи взять. Поехали. Делаю таким образом, растягиваю свое тело. Ля-ля-ля-ля-ля.
Ля-ля-ля-ля-ля. Давайте попробуем под музыку. Все, получилось? Нет за что, спасибо, пожалуйста. Естественно, буду видеть, я здесь, все нормально, жду ваши комментарии, да, чтобы понять, так сказать, что куда. Пожалуйста, пишите, я буду это видеть. Ну, пока лайки, смайлики и помахали, спасибо, машите, мне это, в принципе, нравится. Да, то есть, но хотелось бы, конечно, увидеть от вас некоторые комментарии, точнее, вопросы, да, комментарии, ладно, бог с ним. Так, лайки, ага, смотрю, я смотрю, тут на самом деле достаточно большой айфон стоит, но он не сенсорный, или это монитор, я уже не разбираюсь. А то, как же я соскучилась по урокам танго, спасибо. Светлана, всегда пожалуйста, пожалуйста, мы еще не закончили, мы продолжаем, так что принимайте, так сказать, эстафету, пробуйте это делать, но если есть какие-то пожелания, что еще можно поделать, или потому что мы делали вопрос, может возникло, и вы пишите. Я, конечно, знаю, как я шикарно веду уроки, так что аж вопросы не остаются, только люди и пальцы поднимают наверх, я про этот палец. Поэтому, в принципе, тут понятно, что история несложная, история понятная. Да, то, о чем мы с вами сегодня говорили, это то, где есть у нас перекрестное растяжение. Да? Мне не очень нравится слово, скажем, в целом диссоциация, потому что она используется очень узко, на мой взгляд, да, внутри своего тела. И в определенных местах надо точно знать, где можно и нужно использовать диссоциацию. Но во многих движениях этого не нужно делать, поэтому один из вариантов, конечно, вы можете сказать, что это одно и то же. Сегодня растяжки, да, вот эти вот пуф, да, с диссоциацией, но на самом деле работа в теле, естественно, совсем другая. Надоело уже танцевать одной. Так со мной давайте вот как бы вот так вот в онлайн, пожалуйста, не вам раз. Нет, я, конечно, понимаю, сегодня вот я тоже над этим задумался, что как только откроются двери наши, то не то, что мы побежим, а мы будем уже там и будем рады вас видеть, конечно. Парно, объятия, как же танго без объятий, но иногда им нужно соскучиться. Ладно, окей, давайте еще раз про то, как мы растягиваемся, да. Я бы очень хотел, чтобы во время этого движения, вот если мы возьмем вот такую звездочку, да, пятиконечную, два конца и один пять, да, вот пять, мое желание было бы, чтобы во время этого движения вы все растягивались пять концов
этой звезды, да, одна вот этой звезды, и этой звезды, и этой, и этой, да, руки, ноги, обе, причем обе ноги, опорная тоже, она вытягивается, уходит вниз, да, вниз тянется левая, вперед тянется правая рука, вперед тянется левая рука, назад тянется, макушка наверх тянется. И вот я такой стою, весь, такая звездочка, которая сейчас засияет и станет звездой полноценной пятиконечной. И вот я открываюсь, 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 а потом шагаю. И все же продолжаю, после чего я такой, и опять все пять, так сказать, луча звездного открываются. Вопрос один. Баланс, которого всем, как правило, не хватает. В этом ключе вопрос, как не перекручиваться в пивоте. Но баланс именно, скажем так, баланс, он не может не хватать. Скорее всего, баланс не хватает там, где вы еще не готовы то или иное движение делать. Поэтому я всегда говорю, нет плохого баланса, есть просто, скажем так, аппетит хороший. Поэтому посмотрите, что вам нужно сделать, чтобы это движение получилось. Да? Потому что далеко дело не в балансе. Но опять же, если вы умеете на одной ноге стоять, то у вас есть баланс. А уже управление своим весом, это, скажем так, нужно чуть ковырять. А баланс именно в ключе скручивания, перекручивания, здесь опять же партнерша всегда стремится поворачиваться максимально. То есть даже не 360 градусов, у нее все всегда на пивоте должно быть желание сделать 720 плюс 720 градусов, да? Но здесь, конечно, партнер будет присутствовать во время танца и ограничит как раз-таки тот момент, в который нужно направлять ваше движение. Он дает лишь направление пивота, то есть влево или вправо. Дальше вы сами поворачиваете. Насколько, я говорю, всегда максимально, чтобы, конечно же, не снести, унести, разорвать объятия. Вот и все. И вы придете в предел в своем теле, который задаст вам партнер, и так будет намного легче. То есть партнер не будет дрова подкидывать все время в топку, что больше, больше, больше. И то же самое, скажем так, для него удобнее, когда вы на максимум, а он, скажем так, отрезает тот кусочек, который ему нужен. Подумайте над этой мыслью, попробуйте, я думаю, получится. Итак, спасибо всем. К сожалению, наш прямой эфир подошел к концу. Опять же, повторюсь еще раз, если есть вопросы, пишите. Приглашаю, воспользуюсь, конечно же, случаем, на мини-группы, которые проводятся у нас в танцевальных клубах Галадези, не только и мастер-классы, и индивидуальные уроки. Каждую неделю разные преподаватели, разные темы, поэтому пробуйте, скажем так, разный взгляд, но опять же с опытом вы придете к тому, что просто это не разный взгляд, а разная передача, а все говорят, надеюсь, об одном и том же. Да, и, конечно же, больше тренируйте, посмотрите, в чем, скажем так, сложности, в чем, наоборот, плюсы и ваше вдохновение, и используйте это себе на благо. Ну что, всем спасибо, всего доброго, увидимся совсем скоро. Пока-пока.